Ты видел? Угу. Я там инстаграмил. А, нет, инстаграм еще не видел. Не, я до этого. Где-то. На прошлый день. А ты отмечал? Да. Ну, значит, наверное, видел. Так, это я сейчас перископ запустил. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А это 15 килограмм. Можно больше кругов. У вас 30 килограмм. 25, у вас 15 минут пора. У них 40. Слава, сколько я делаю? 5? На 60, на 50 еще один подход и потом 60 поставим. Всем привет. Привет, привет. Коновалов Кирилл, привет. Редко выходите в перископ. Но сейчас будем почаще. Я на самом деле с телефона удалял его на почти 2 месяца. Нижневартовск, кроссфит, привет! Мы учимся толкать. Да, девчонки, покажем. Чучка, потерпи. Сейчас толкаем. Нормуль. Вот он, девчонки. Видос с Клоковым будет, и не только с Клоковым, а много интересных видосов будет. Я буквально чуть меньше, чем через месяц возьмусь за уже за свой канал. Моща какая у людей. Тягушки немеренные. Привет. Прям вниз, у тебя должно прям вылетать. Так, пойдемте. По залу прогуляемся, покажу вам. Только вчера смотрели с женой, как ты в Таиланде на баяне играл. А. О, сегодня выйду на баяне. Вот, это наша базовая группа. Вот, это Юлия Коновалова. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Двукратная призерка. А? Нет, покемонов ловлю, перископ. Меня уже с покемонами подкололи. Так, сколько стоит? Что сколько стоит? Это себя, это себя или меня? Не-не, тебя, тебя. Привет. Все, приятно. Я отнималась, они еще не знают. Канал, возможно, возможно, сейчас он занятие. Так. Ладно, на Юрич, канал. Тебя, тебя снимаю. Нет, я еще потанцевать могу. Не-не-не. Так, пока без танцев. Когда мы канал платный сделаем, будут танцы. Так, секта какая-то? Да, свидетели подрыва. Юрий, у нас секта, знаешь, как называется? Это что, секта какая-то? Да, свидетели подрыва. Не, ну что, в развитии тяжелой атлетики, ой. Ну, прям такое развитие. Популяризируем как можем. Так, занятия. 3600 у нас месячный абонемент. Дневной. Вход до 5 вечера. И 4600 месячный без лимит. Тренера сразу включены. Так, ну что? 60 по 2 раза 5 подходов. Вот как-то так. Вот у нас он. Конкурс ресурс. А абонемент, когда берешь, ты вот, ну, в смысле, вот, групповые ходишь, да. Это вот, когда на группу приходишь, тренера уже... Групповые занятия. Да, да. Индивидуалочку, я думаю, ты цены уже изучил. Да. Я уже задумался, что осенью я посмотрю, как у меня будут финансы. Я, наверное, возьму 50 секунд. Что, увеличит, не увеличивает. А? Ой, фу. Да, пускай. Персональная. Персональная у нас
сколько у нас, полторашка персональная стоит, если ты член клуба. Ну, у меня немножко другая цена. 10 штук 14. 10 mm-hmm. занятий 14. Mm-hmm. Я сейчас даже сам цены не смотрю. Что дальше-то? Что дальше-то? Тягу сделал? Сделал. Так. Ну что, приятно. Крючки? Да. Сколько ты? Да, вот, лайки посыпались. Давайте, для Дэвида Стэтхэма. А, Джейсон, вот что-то. Джейсон Стэтхэм, отжимайте. Извиняюсь. Так, ребят, у меня было всего 6% на телефоне, поэтому вырубимся буквально с секунды на секунду. А у нас что тут? Что-то там дергает. У вас сейчас вот. Я на самом деле даже без понятия, что у нас здесь происходит сейчас. Вот, не вот. Женя Горячковский. Мастер спорта по гребле. Воркаут. Так, это не... Анечка, помаши ручкой. Мастер спорта по регби. Давай быстрее. Опа. Живее пока. 3-0. Бич регби. Да. Не знаю, то ли все время путаю, то ли сучья регби, то ли пляжные. Так, лейка. Да, у нас сегодня еще нету Марины Шаиновой. Серебряный призер Олимпиады. И мастер спорта по гандболу Алексея Корякина. Вочек чпок. Привет. О, значит, бросаются мячами. Пойдем посмотрим. Короче, процесс кипит. Что-то поднимают, тягают. Дергают. Ну ладно, ребят, будем дальше работать. Все классически. Ну а пока.